блокирование интернета, я уверен, будет повторяться в Беларуси дальше и дальше. Власть, очевидно, имеет прекрасный механизм, чтобы, во-первых, отключить вообще весь интернет. Мы в августе, ну, несколько дней жили вообще без интернета. Это значит, что у нас не было, ну, такси, у нас не было мобильных, значит, никаких приложений, у нас не было терминалов банковских, мы не могли рассчитываться карточками в магазинах и многое-многое другое. Но потом, значит, власть начала блокировать интернет именно в дни акций. В конце осени власти еще, интересно, предприняли механизм. Они блокировали именно Telegram. Тут надо сказать, что Telegram – это такая программа, которая пользуется зеленые порты, не компьютерщикам, наверное, это будет непонятно, но власти Беларуси с помощью специальных программ научились блокировать именно этот мессенджер. Пока что, пока нету какой-то активной улицы, ну, блокировок не происходит. Но я уверен, как только власть увидит для себя какую-то опасность, отключить интернет там на час, два, день, это абсолютно не представляет никакой проблемы для современной белорусской власти.